По данным опросов, проводимых различными организациями, большинство жителей Чувашии оценивают межэтнические отношения в республике как доброжелательные. С созданием Ассамблеи народов Чувашии работа по укреплению дружбы и толерантности заметно активизировалась. Сегодня советы по делам национальности и по взаимодействию с религиозными объединениями в Чувашской республике подвели итоги года. Созданная 2 года назад Ассамблея народов, проживающих в Чувашии, стала действительно работающим общественным институтом. Перечисление событий, которые прошли под ее эгидой, заняло у председателя Льва Куракова много времени. И это были яркие и интересные события. Агатуй, дни узбекской, мордовской культуры, праздник Навруз, открытие культурно-патриотического центра в Батыревском районе, мероприятие, посвященное 170-летию Ивана Яковлева. Все это и многое другое не только разнообразило культурную жизнь, но и послужило объединению представителей разных народов. Мы с вами находимся на верном пути. Если так будем держаться, мы добьемся новых успехов в социально-экономическом развитии на основе укрепления единства народов. Без единства укреплять и социальную политику, и укреплять экономическую политику, и патриотизм невозможно. Лев Кураков отметил и большую поддержку со стороны органов власти республики. В частности, в короткие сроки удалось отремонтировать Дом дружбы. И у национально-культурных объединений появилось место для встречи и проведения своих праздников. Там же проходили и встречи с интересными людьми, благотворительные вечера и детские праздники, фестивали культур, научные конференции. В планах на следующий год и у Ассамблеи, и у Совета по делам национальности достаточно направлений. Это и взаимодействие с конфессиями, и социально-культурная адаптация мигрантов, и работа с иностранными студентами, и многое другое. Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев поблагодарил всех за сотрудничество и конструктивное общение с органами власти, отметив, что для улучшения межэтнических и межконфессиональных отношений в республике сделано очень много. Это дорогого стоит. Знаете, что значит, малейшее упущение перечеркивает всю ту положительную деятельность, которую мы вместе с вами проводим. Поэтому нам нельзя самоуспокаиваться. Результаты есть, но эти результаты надо сохранить.